В 2023 году в республике проведут масштабную российскую выставку племенных овец и коз. Об этом на совещании сообщил председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. Животноводы Дагестана готовы соперничать с лучшими производителями страны. Сегодня в государственном племенном регистре в Минсельхозе России зарегистрировано 77 дагестанских организаций по племенному животноводству. На выставке будут представлять племенные организации региона, имеющие поголовье овец пяти разных пород. Завершая совещание, руководитель кабинета министров дал поручение проработать логистику и учесть все организационные моменты при выборе локации для проведения мероприятия.